Всем здравствуйте! С вами вместо репетитора Лена Викторовна. Сегодня мы напишем графический диктант. Всю жизнь ношу я два горба, имею два желудка, но каждый горб не горб, амбар, еды в них на 7 суток. Кто это? Это верблюд. Сегодня мы нарисуем верблюда по клеточкам. Посмотрите, как это нужно сделать. А теперь нарисуем вместе. Поставьте точку, отступив вниз 4 клеточки, а вправо 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поставьте точку. Проведите линию 3 клетки вниз. 1, 2, 3. Одну клетку влево, две клетки вверх, 1, 2, одна клетка влево, две клетки вниз, 1, 2, и одна клетка влево, две клетки вверх, 1, 2. Две клетки влево, 1, 2. Две клетки вверх, 1, 2. Одна клетка влево. Одна клетка вверх наискосок, слева направо. Одна клетка вправо. Две клетки вниз, 1, 2. Одна клетка вверх наискосок, слева направо. Одна клетка вниз наискосок, слева направо. Одна клетка вверх наискосок, слева направо. И две клетки наискосок, слева направо. У нас получился двугорбый верблюд. Раскрасьте верблюда, нарисуйте рядом, чем он питается. Напишите мне в комментариях, как называют двугорбого верблюда и где он живет и что он ест. С вами вместо репетитора была Ирина Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это ваша благодарность за мою работу. Помните, что добро всегда возвращается. Всего вам самого доброго. До новых встреч!